Так, стрим пошел. Вот, пока я буду настраиваться уже в онлайне, ну там осталось только Дашу поменять. Может, в чате решим, что мы будем делать с данной игрой. Не, ну в принципе стратегия на японском по правилам, это уже без знания языка, это уже все. Тех рерол. Так. А, еще надо сам этот ром найти. Ну, сейчас найдем. Ему продать мне ничего не выдал. Окей. Окей. Сейчас мы ее запустим. Потом уже решим, что с ней делать. Так. Ну. А, и тут нету. Не, надо сначала Даши поменять, потом уже искать этот самый ром. Ну, в принципе, я у себя в ценах настроил окошко для эмулятора, лого поменял и название игры. И все. Вполне достаточно для сцены. Теперь надо заняться Дашами и поисками этого самого Рома. Кстати, а может быть... А чё я Дашу-то меняю? Может быть, за меня кто-нибудь поменяет? Может, ты по поводу этого Steel Empire? Так, ты, Бас, я вот этот самый ром ищу. А, пожалуйста, кто-нибудь поменяйте Даши. Так, а я нашел более... Ой. А я нашел более простой по способ поиска рома. Позитив. А, у меня уже лорд 13 скинул ссылочку. Спасибо тебе большое. Так. Ищем Хисоу Кихеокай. Хисоу. Так, в одном списочке нету, в
именно в Games, может быть, в бонус. Бонусы нету, трансляшн нету. И здесь тоже нету. Ага. О, Бас уже кинул конкретно ссылку на ROM. И ему большое спасибо. Так, скачка. Сколько она весит? Ну-ка, я что-то не особо заметил. ROM весит в ZIP 258 килобайт. Именно килобайт. Ладно, сейчас мы ее распакуем в отдельную папочку. Запустим и посмотрим. Может быть, и вправду стоит ее отреролить технически. Так, ну все, я готов к труду и обороне. Да, Square Enix вообще хорошая компания. Много чего хорошего сделала, ну, Square Enix. Так, ну. Так, что-то я не понял. Ладно. Сейчас. Ага. Так. Сейчас окошечко захвачу. Немножко поднастрою. Ты ё-моё. Немножко поднастрою изображение. Вот теперь готов запускать. Ну, управление у меня заранее настроено, так что в настройках особо копаться не стоит. А, вот он. Hiso Kyo XR. Очередная япончина. Такс. И что это такое? Да пропускаем все тут. Во, шелупонь. Так, игра что-то слишком громкая, надо бы потише. О, нормально. Ну чё, двигаем. Ага. Понятное дело, что тут вообще тут много чего. Тут, кстати, символы внизу не похожи на японских, тут скорее всего на китайские. Ага. А во. Теперь мы уже можем. Нифига себе. Из базы выдвигать солдаты уже. Охренеть.
Чё, пошли вперед, что ли? Нет, не то. А, я уже хожу. Не, не, это не то. Где тут была ходьба? А, вот, нет. Не то, не то. А, во. Если в игре есть боевая анимация, то она божественна. Так. Чё-то он там пякнул, непонятно. Так, это, то, что в конце, это типа мы... Так, посмотрим. Ничего себе. Ладно, попытаемся дать ему сдачи. Так, это не то. А, вот то. Ни хрена себе дамаг ему нанес. Что-то он как-то мне слабо. Ну, я его сейчас добью. А, блин, надо было в предыдущем... Ну все, они меня, конечно, там замочат. Конечно же. Ой, что-то упало. Отвертка упала. Так. Не то. А, вот, да. Так. Теперь ходим им сюда. А им вот сюда теперь. Угу. Да, меня сейчас добьют, кажись. А, нет, я еще живой. Нет, теперь, теперь уже наверняка не живой. Ну да. Так, этот мне уже все. Откинул копыта. Так, если моя следующая задача будет на протяжении всей игры вот в таких вот уровнях
со стороны стратегии подходить к врагам вот так вот пошагово и уничтожать их потихонечку, то в принципе игра напрашивается на прохождение. Уклонился. Блюдок. Ай! Я могу еще отойти. Так, а вот это мне надо, чтобы отойти подальше. Так, этот. А ну-ка. Этот, видимо, издалека стреляет и дамаг тоже неплохой наносит. Так, а этим я что-то не могу видеть. А, это враг. Да ё-моё. По мне промазали. Вот с одной стороны попахивает. Моран, я тут игру осматриваю. Тут особо тащить-то не имеет смысла. Вот с одной стороны попахивает техническим рерлом из-за незнания. Из-за незнания этого самого языка японского. С другой стороны, будет очередной пруф, если кто-то еще наткнется, тот же Мэдисон. Ой. Так, они меня окружили, заразы. А, вот он наш. Он стреляет издалека. Нам нужно замочить. Кого мы будем мочить? Ну, давайте этого. Ну ладно, сейчас тогда поиграю до гамовера. Ого, замочил. Отлично. Мой первый поверженный цель. Ой, моя первая поверженная цель. Фолк, ты кому? Я тут с игрой разбираюсь, а у вас тут, видимо, какая-то беседа серьезно проводится.
Так, это враг. Вот и в этом мы попытаемся атаковать. Да блин, чё-то какой-то он вообще хилый. Ай. Ну-ка быстро на базу. О, его даже возвращать на базу можно, охренеть. Так, атака по базе. Сейчас, если они подберутся поближе, то постараемся базой отбиться. Ну да, Дэн, я могу эту игру в любом случае отреролить, либо будет очередной проф по прохождению. Мало ли кто, мало ли какой-нибудь еще Мэдисон на такой же игру наткнется и обнаружит, что в этой игре есть прохождение, очередной русский чувак, который взял и прошел. Эх, не дотягиваю. Ну ладно. Так, а мне бы надо отойти подальше. Черт, а я, кажется, зря сделал, что отошел подальше. Надо было атаковать, а уже потом. Ну, Дэн, у меня такого даже не было. Я в курсе, что Мэтт не наткнется, и у него даже Twitch забанили. Я в курсе. Сейчас этого добьем тогда. А интересно, я могу в любой момент отреролить эту игру, даже если я там погонял в этой игре несколько стримов? Как я только... Ну, в принципе, мы Genesis осилили. На TurboGrafx выпала очередная японщина, которая уже с одной стороны напрашивается на прохождение, а с другой стороны напрашивается на проф. Ага, меня тоже законтужили. Уже. Так. Пора и базу атаковать тех, кто приблизится ко мне. Эх, не добил. Делка. Мне с одной стороны тоже как бы все это не нравится, но в принципе, ну с другой стороны, это что-то прям как-то знакомо все.
Ой. Хотя мне больше всего беспокоит то, что было у нас в начале игры. Может быть, там мы в меню что-то полезное действительно было. Запах рерола становится все сильнее и сильнее, скажу я вам. Ой, тем более мою базу уже замочили. Гамовер. Так. То, что сверху, это, скорее всего, пароли. Так, а что это дает? Ну-ка. Блин, ничего не понятно здесь вот. То ли это сохранение, то ли сложность какая-то. Но здесь это очевидно старт. А вот что сверху? А, вот. Ну это понятно, что пароли. Ну что ж. Надеюсь, будет правильным... будет сделано в выборе, если я сделаю все-таки технический рерол. Ну, потому что вы сами видите, что тут творится. Замечательно. Так. В таком случае... Игру мы посылаем куда подальше. Она, конечно, на первый взгляд все-таки напрашивается на очередной проф, но все-таки на японском именно вот эта вот пошаговая стратегия, это уж извините. Пошаговая стратегия не для меня. Пока что. Ну ладно. Ой, не то. А, вот. Лана дубль 2. Мне эта музыка теперь будет пугать. Такс. А вот это название, по ходу дела, намекает то ли на квест, то ли на что-то похуже. Так. Сейчас в конфу кину за название, посмотрим по-быстрому. По скриншотам, что она себя представляет. Ремейк на Волда? Блин, где Волда? Так, ладно, сейчас глянем. Ёпты. Да, в это надо поиграть. Это, знаете, это прям намекает прямо на какой-то квест или типа пазл-квест, да, что-то в этом вроде, в духе а-ля Шерлока Холмс на Sega CD. Yeah.
Что ж, в таком случае мне потребуется переводчик. Ну ладно, я тогда на сегодня буду заканчивать. А, на Сеге даже Кармен Сан-Диего. Ну что же, я тогда на сегодня заканчиваю. Ой. Немножко уже побаиваюсь, что меня ждет в будущем, но постараюсь со всем этим справиться. Ну, в принципе, да, меня ни разу не было в жизни вообще вот этих вот пазл-квестов. Ну, к квестам я, в принципе, нормально отношусь. Хоть и знания моего английского недостаточно, но все же постараюсь. А, она везде даже была. Ну ладно. В общем, всем до скорого. До следующих стримов.